Ну где этот родственник? Ну попросил же русским языком. Ну не опаздывать. Ну мы могли бы ждать в приятном месте, в приятной компании, если бы ты не затеял этот глупый спор за столом. Алин, слушай, пожалуйста, не начинай. Ты-то хоть... Если я прав, значит я прав. Вот где он катается? А я знаю, где он сейчас таксует на моей машине. Ну вот опять, ну почему ты решил, что он таксует? Может быть, у Алексея какая-то уважительная причина? Ну вот. Как говорится, пройдемте в кассу. А что деньгами-то? Ну теперь смотри, чё? Вон какая техника есть. Когда будете дом восстанавливать, обращайтесь. То на то и выйдешь. Ну хрена нам его восстанавливать? Мы, Санек, сейчас живем, как два муравья на куске сахара. Ну, как хотите. Ну вот, другое дело. Держи, сынок. И помни, что воровать на стройке нехорошо. Без меня. Опоздал к Антону. Да делов-то, скажешь, бабку переводил через дорогу. Че ты несешь, батя, бабку? Прошу. У меня до секунды все было расписано. А тут эта бабка прямо под колеса бросилась. Я думаю, сейчас объясню тебе правила движения. А бабуля тихая такая, не видит, что слепая. Ну, это очень трогательно. И поэтому ты опоздал на полчаса. Ну, ты даже человеку надо рассказать. Ты даже не даешь мне рассказать. А что ему давать рассказывать? Он сейчас скажет, что он довез эту старушку домой, сидел с ней, пил чай, пока она не прозрела. Зачем ты так? Зачем так? Не было никакого чая. Просто сдал родственникам и все. А она... Она просто живет далеко, почти за городом. Я вон машину даже всю вот, видишь, перемазал, грязище. Пожалуйста, перестань, я тебя прошу-то, ты-то меня не доводи. Антон. Он же врет в глаза и не краснеет. Ну хватит уже, ты можешь просто сказать, что ты не прав, и все. Я не прав? Да. Если господину хозяину больше ничего не нужно, то я пошел. Да я тоже пошла. Идите. И бабушке этой уже позвоните, а то, наверное, соскучилась уже. Куда ты лезешь? Моя комната, где хочу, там и бросаю. Это и моя комната тоже. Ты что, совсем с ума спятил? Чё? Это что такое, а? Пошалили немножко, но они сейчас все уберут. Правда, мальчики? Пусть кто начал, тот и убирает. Это я, по-твоему, начал, слышишь? Сядь, сказал, сядь! Ну-ка оба заткнулись! Через 5 минут, чтоб все здесь было убрано! Приду, проверю! Жестче с ними надо быть. Видишь, как засуетились-то? А я заметила, что у ребят какой-то конфликт, и хотела их помирить. Ну, это все от безделия. Надо их делом занять, тогда на глупости сил не будет. Да? Конечно. А у нас сегодня день тишины, что ли? Лёш, ну расскажи, как ты бабушку спас. А то все в курсе, а я-то не в курсе. А что рассказывать? Все равно никто не верит. А кто не верит-то? Все так и было. Ну, а вам-то откуда знать? А? Я говорю, вам-то откуда знать? Такое-то он мне все и рассказал. Угу. Вот молодец, Лёша. Помог одинокому, пожилому человеку. А вот нам он рассказал, что старушку родственникам передал из рук в руки. Правильно я все запомнил? И что? У меня он тоже полный дом родственников. А поговорить не с кем. Прекрасно. А давайте-ка все вместе прогуляемся перед десертом. Куда? А тут рядом. Ну, Алексей, вы наш правдивый, скажите нам, пожалуйста, откуда в багажнике моего автомобиля цемент? Не выдумал? Или забыл, что выдумал? Что я не выдумывал и не забывал ничего. Угу. А цемент дом я начал строить.
Ах, вот. Восстанавливать родовое гнездо, так сказать. Ага. Что, правда, что ли? Да, я тоже не ожидал такого варианта. Простите, а зачем же вам цемент, если дом у вас был деревянный? Так фундамент надо было подлить кое-где. Ну, правильно. До фундамента нужно еще добраться, он же скрыт остатками пожарища. М? Так мы же убрали все. Почистую. Ах, вы убрали? Ну что, правда, что ли? А что вы мне не сказали, а? Да сюрприз хотел сделать. Не сказали. Думал, фундамент подольем, сразу и скажу. Подождите, то есть вы вдвоем все убрали? И мусор после пожара, и фундамент? Да? Почему вдвоем-то? Друзья помогали. А. На Руси же как принято? Издревле. Всем миром, всем народам помогали погорельцам дома восстанавливать. Допрос закончен, я надеюсь? Как тебе не стыдно? Просто, пожалуйста, извинись перед Алексеем. Мы закончим этот цирк. Впрочем, Алексей, примите мои извинения. Я признаю, что я был неправ. Понимаю. И коль уж вы там всем миром строите дом, как издревле повелось на Руси, мы, как почти родственники, не можем оставаться в стороне. Поэтому завтра утром все вместе, всей семьей, весело едем на субботник на строительство дома. Не, ну как? Не благодари, не стоит. Слушайте, ну, по-моему, это хорошая идея-то, да? И мальчишки наши нам помогут. Вот и нашлось им общее дело-то. Рано, фронт работ надо определить. Не, не переживай, друг мой, не переживай. Мы приедем спокойно, все осмотрим, оценим, поймем, что вы уже сделали. И поверь мне, сделаем не меньше. Спасибо. Ну, ты... На стройку или на фотосессию собрался? Ты за меня не волнуйся. Я на работе, не пачкаюсь. Мальчишки, со мной поедете. Машине всем мест не хватит. Чур, я в коляске. В коляске. Ты еще сюда бутылочку сосочка возьми. А дед где? Уже на объекте. Планирует, как распределить наши трудовые усилия. Так, друзья, внимание, все сюда. Я хочу вам кое-что показать. Смотрите, вот это Иван выложил в сеть сразу после пожара. Вот так все выглядело. А вот смотрите еще одно фото с другого ракурса. А сейчас поедем и посмотрим, что изменилось. Ну? Этого не может быть просто. Ты не только Алексею, но собственным глазам не веришь? Приехали! А я тут уже каждому из вас работу придумал. Антончик, держи, это тебе. Будешь траншею под канализацию копать, я думаю, на день тебе хватит. А следы свежие совсем, да? Вон на экскаватор стоит. Так он всегда здесь стоит? Всегда? Всегда. Сосед живет здесь. Ладно, Алексей Викторович. Я думаю, ты сам прекрасно знаешь, как это все остановить. Я сейчас приеду, Полин. По-моему, ты зря его разозлил. Выгонит он нас из дома к чертовой матери. Куда выгонит? На улицу? Ты бы выгнал родителей своего ребенка? А вот и мы! О-о-о! А мы ведь еще даже работать не начали. Да. Может, тебе шланга полить? Да что, все само врач. Ну вот как думаешь, чья возьмет, а? Мне кажется, Данила весело Антона никогда не уступит. Здорово, кореш! Привет, Ледок! Здорово! А чего вы так резко спины-то согнули, а? Не явился. Ночью, когда твоя помощь реально нужна была, тебя что-то не было видно. Да что ты, у Стасяна зависли. Жена уехала к теще. Чего ты...
Лёхач, ты что за бабёнка? Лицо такое знакомое. Хочешь, вали отсюда. Мне лишние помощники здесь ни к чему. Ледок, это что за тётка? Только ж Полина, хозяйка дома. Ты ж там был, ты что, её не видел, что ли? Да в том-то и дело, что видел. В 93-м году. Мы же с ней на Касантипе в одной банде были. Вот оторва была. Помню, как от ментов гасились, а на что у них мотоцикл уперло. Ну, а потом чувак от нее один подсказывал. В общем, она ему челюсть сломала. Гер, ты что сегодня, не похмелялся, что ли? Полин таракан даже не обидит. Это Гера, друг Лехи. Очень приятно. Ага. Извините, много работы. В натуре она. Иди проспись, ты что несешь-то, а? Ванёк! Тащи давай тачку, сейчас выгружать раствор будем. Слышь, тебе дом строим, ты и тащи. Разорался, блин. Тебе сложно? Сложно. О. О. Сюда, пожалуйста. И как Антончик вместо себя гастарбайтера привез? Нет, Виктор Алексеевич, я привез решение проблемы. Прошу вас. Добрый день. Здравствуйте. Наша компания продает готовые деревянные дома. Пожалуйста, ознакомьтесь. Значит, сейчас мы замерим ваш фундамент, выберем на складе то, что вам подойдет, и через 2 недели уже будет готов новый дом с отделкой. Ну, приступайте, пожалуйста. Видите, как все вам тут рады. Ну что, как я тебе помог, а? Через 2 недели будете жить в собственном доме. И не благодари меня. Не стоит. Пойду пару звоночков там сделаю. А... Наигрался. Жрать-то что в новом доме будем? Борис. Что-нибудь придумать. Ледуха, все, нашел. Вот это Казантип. Она? Да вообще не похожа. Да я тебе отвечаю, что она. Но надо проверить. Как? Здравствуйте еще раз. Да это... Ага. Еще раз. Да знаете, живу здесь рядом, поговорить не с кем. Не то, что в молодые годы, да. И, знаете, я даже на Казантипе побывал, вот. А вы же тоже побывали на Казантипе, да? Нет, не бывал. Ну, вы беседуете? Угу. Гера, я тебя таким дураком давно уж не видел. Не, подожди, вспомнил. У нее ниже пояса татуха была, это как... Ну, это, ящерица красненькая. А это как собираешься проверить? Ой, Гер! Сейчас, подожди. Я смотрю, у тебя неплохо получается. Даже не испачкался почти. Я соседи. Забыл сказать, что вы можете пользоваться туалетом на моем участке. А то у вас от цивилизации вон одна яма осталась, и та закрыта. Так что милости просим. И что, прямо вот так вот быстро возьмете и построите? Ну, конечно. А так, форс-мажоры всякие. Ну, фундамент почти готов. Электричество есть. Так что, думаю, задержки не будет. А, то есть вы без электричества работать не можете, да? Ну, мы же не голыми руками строим. У нас европейские технологии. А, спасибо. Вы меня успокоили. Ну чего, замерили? Да, замерили сейчас. Да, можем ехать на склад. Можете ехать на склад. Покажу несколько вариантов. Прекрасно. А ты не хочешь сам себе дом выбрать? Ну, это все-таки для себя, не для бабушки какой-нибудь. Не-не, я тебе доверяю. Я же экономить начну. А ты выберешь прямо как для себя. Что-то не пойму, ты что думаешь, я шучу, что ли? Не знаю. Но я знаю, что я тебя не обманываю. Ладно, продолжим в том же духе. Прошу вас, поехали. Ты что тут? Тихо! Тихо ты, иди сюда. Видал? Для рыбалки берег. Если правильно заложить, разнесет фундамент, как вражеский бронепоезд. Мысль понятна, но глупая.
Ну, остановишь стройку на неделю. Дальше что? А что? Если мы вот тот столб повалим случайно, то его не скоро установят. Пока ты, как хозяин, заявление напишешь. И... А? Архимед! Можно? А, да, конечно. Вот, проходите, не стесняйтесь. Уютно тут у вас? Да, самое главное, с удобствами, да. Вот. Вот. Рекс, ешь? Ешь. Если ты хоть раз еще кому-нибудь вякнешь про Казантип, я предупреждаю, да? Ты меня знаешь. Ну, да. Челюсть зажила? Ну, да. Я все понял. Спасибо. А удобства у вас не очень. Огонь, баба. Короче, я уведу всех на речку, а ты останешься здесь и экскаватором повалишь столб. Полчаса тебе хватит? Экскаватором? Да. Да мне 5 минут хватит. Я такой стол на москвич не валил. Но ты еще маленький был, тебе не рассказывали. А. Мусорам. Давай, давай. Данек, ну что ты там ходишь? Мне вода нужна. Иду. Давай. Все, бросайте все. Бегом на речку. Бегом, бегом, бегом. Там такое. Вообще. Все. Что сидите-то? Сейчас все прозевайте. Лех, что там? Оттуда куда? Что там? Столб у тебя. Вот что. На берегу. И сам бобер, как кабан. Леш, ты сам как бобер, балабол. Несешь вот вечно какую-то ерунду, я не знаю. А где дед? Что-то я давно его не видел. Ой, это вроде Виктор Алексеевич кричит. Слушайте, по-моему, он там. Дед! Дед! Дедушка! Паша! Дед! 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 Ой-ё. Сынок, руку дай. Лестницу тащите! Бегом! Сиди! Дыши! Дыши только глубже! Ой-ой-ой! Да ничего, ничего, я сам. Ой. Ну что, как дела, строители? У нас Виктор Алексеевич производственную травму получил. Ой. Сейчас, бать. Да. Греемся, обсохнем. Ой, Антон, извини. Пугерки взяла. Сожги ты эту кучу быстрее! Воняет так, что глаза слезятся! Что ты делаешь? Ну, сейчас на деревню дым пойдет. Да в деревне, небось, и так уже. Все все знают. На. А Данила где? Да он за водой пошел, дед еще не отмылся. Доски подпилены. Это Ваня. Я видела, как он от Геры с ножовкой выходил. Не факт, он такой подавленный. Это он для Данилы ловушку готовил. Ну, что с ним поговорим? Да ладно, что ли, опять сюсюкаться будешь? Да ты меня не знаешь. Гера! Гер! Ты был прав. У нее там ящерка. Какая ящерка? Ледок, все, забудь. Там не ящерка, вспомнил я там... Бабочка у нее, что ли, там синяя была, там, не вообще, пригляделся, это не она. Ладно, я побегу, у меня там утюг погладить надо, там, привет своим всем. Ладно, привет, все. Из-за этой вони такую хорошую вещь выбрасывает. Да, прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Только что-то довольный. Видать, дом нашли. Я тебе говорил, взрывать надо было. Ложись, динамит, кастрюля! Алин, что? Назад, быстро! Сюда, ложись!
целы, все, нормально. Все, да. Все цело. Ой. Молодец, а? Моя школа. Среагировал быстрее всех, как ястреб. У вас что здесь бабахнуло, а? Это все ты, да? Людей чуть не угробили. Что, я ты там? Тебя самого убить вот, мало. Старый подрывник, зря мы тебя из ямы-то вытащили. Ты что, я что ли виноват? А вообще милости я там оказался. Это он же отправил меня экскаватором столб полить. Мы, говорит, без этого электричества надолго стройку остановим. Секундочку. Интересно, а зачем ты хотел остановить стройку, можно узнать? Разве не ты сам начал дом строить? Я начал, я и хотел остановить. Что, ты когда сказал, что мы должны разъехаться, я думаю, а что вдруг? Вы к Даньке стали привыкать. Мы Ваню вот только сейчас стали узнавать побольше. Ну да, мы месяц вместе живем, а мало друг про друга чего знаем. Да, я согласна. Разъезжаться нам еще рановато. Ага. Теперь такой же грязный, как я. Даже хуже. А зачем ты меня спас? Реально мог один в комнате остаться. Да, я просто хотел тебя в грязь макнуть, чтоб ты не ржал надо мной. Ну, у тебя получилось. Спасибо. Ну, с домом подождем. Ну, а ты-то что скажешь? М? От бабушки не отрекусь. Здравия желаю. Лейтенант Потапов. Очень приятно. От соседей поступил сигнал, что был взрыв. А, да нет, точно. Какой взрыв? Мы просто решили отметить начало строительства. Там салют, фейерверк, все. Интересная картинка. У меня тут такая же есть. С камер наружного наблюдения. Номеров не видно, а водитель похож. Ага. Цемент со стройки украли. Вот и время указано. А, ну, товарищ лейтенант, вы знаете, у нас на это время алиби. Одну секунду. Лёш, Маша, подойди, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, товарищу лейтенанту про бабушку. Минуту. Секундочку. Сегодня за ужином при всех признаешь, что никакой бабушки не было. Это очень благородно. Я трону дальше. Дальше никаких косяков с твоей машиной. Хорошо. Сейчас вопрос полиции решу. Но это последний раз. Понятно? Антон, я когда тебя обманывал?